Вот так расположена заправка, вблизи дома. Мы не знаем, что делать, везде обращались. Рядом мост, скажи. Рядом мост. Ежедневно проходят через эту улицу дети. Это обращение от жителей улицы Заречная быстро облетело сеть. Бекхан Атабиев здесь живет уже больше 15 лет. Он первый написал жалобу в администрацию города, под которой расписалось 40 человек. Житель возмущен, что заправочную станцию открыли буквально в 30 метрах от его дома. Воняет газом. Невозможно здесь дышать просто практически. Вот поэтому мы вот от имени всех жителей, я обращаюсь ко всем, что это дело надо убрать. Пускай вот это дело расположат вон там, где на пустыре. Никто возражать этому не будет. Утром невозможно дышать из-за паров газа, жалуются жители. Они всерьез опасаются за свое и тем более здоровье детей, которые каждый день ходят в школу по этой дороге. К тому же заправку открыли впритык проезжей части. Иной раз за топливом выстраивается большая очередь автомобилистов, что, ко всему прочему, еще и создает аварийную ситуацию на дороге. Мала петру была, я сам с уважением, а я ярдион. У газа колон, который там был, да, пей мала бы ярдион. День без хайвар да, это хаджи. Дальше он, да, хаджи барбу гойдион, бух бы отрету арбы, на дали или еще что дион. Так, чем еще забрался, да, это шола ярдион, сок дион, трастиос, ария нухул, хил, что за кодзи, это авари холчи, а не ухзион. Бухул тхунер, да, я хаджи бага хитр, руз ахчи баханси. По нормативам газовая заправка должна находиться не менее 50 метров от проезжей части и не ближе 300 метров от жилых домов. Пока она закрыта и решается вопрос соответствующими органами, на каком основании ее тут открыли. В администрации за решение проблем взялись тут же. Выяснилось, что земельный участок, где открыли станцию, по документам не предназначен для ведения бизнеса. И будет выясняться, на каком основании владелец начал свое дело. Разрешение на открытие такого объекта выдается федеральными лицензирующими органами в лице Ростехнадзора, Комэкологии, Росприроднадзора. Данный земельный участок, вид земельного участка предназначен для использования под индивидуальное жилищное строительство, в связи с чем по обращению соседей и наших горожан нами выдано предписание на приостановление данного вида деятельности до приведения документов в соответствие. Более того, нами также проводится проверка на предмет правомерности выдачи разрешительных документов. То, что опасения жителей не беспочвенны, понимают и в МЧС. Газовый резервуар особенно опасен летом. При 30-градусной жаре станция может взлететь на воздух. Соответствует ли заправочная станция требованиям безопасности, еще предстоит выяснить. Но для этого требуется разрешение прокуратуры. Это объект, вообще резервуар, газовый резервуар, он не столько пожароопасен, сколько взрывоопасен. А там уже свои технические они должны соблюдать. Что касается водителей, то для них важнее другое. На заправку ездить далеко не нужно. И над тем, что местные жители живут рядом с новой станцией, как на пороховой бочке, видимо, мало кого волнует. Саид Куштов, Рамзан Миржоев, Новости 24.